Кимоно, наверное. Все яркое, золотом даже. Красное с драконом, огненно-пламенное, что-то такое. Ну, что-то типа кимоно, наверное. И еще у них традиционная обувь саба. С такой широкой, даже такой высокой подушве. Китайцы национальный костюм надевают по праздникам. Яркие цвета, причудливый орнамент – это свидетельство былой роскоши императорского двора. Именно во времена правления династии Хань и появился традиционный костюм ханьфу. Он представлял собой халат или просторную рубашку, под которую надевали брюки или юбку. Обязательный элемент – воротник-стойка. Женщины непременно надевали специальную обувь, которая не отличалась удобством. Все ради того, чтобы ступни оставались маленькими. Таков был идеал красоты. Со сменой императорских династий национальный костюм становился все роскошнее. Особое значение придавалось цветам. Считалось, что голубые наряды защищают от злых духов. Красный – символ огня. Глубокий смысл несла вышивка. Например, орхидея символизировала знание, пион – богатство. Традиционные мотивы сегодня часто используют дизайнеры, причем не только китайские. Во всем мире популярны укороченные рубашки с воротником-стойкой, а также платья ципао –